О работе фонда «Казахстан Халкына» президенту доложил Болат Жамишев. Глава благотворительного фонда рассказал о 10 программах и проектах по оказанию медпомощи, улучшению социальных условий в сфере спорта для сельских детей, выделению образовательных грантов для абитуриентов из аулов и студентов из социально уязвимых слоев населения. Сейчас в фонде приступили к разработке новой дополненной концепции и проспекта благотворительных программ и проектов.